Сейчас в эфире программа «Вести Рязань», в студии Мария Шевченко. Здравствуйте. Мы начинаем. Система платной парковки дала сбой. Клиент получил штраф. Какие выводы сделали в администрации Рязани? Красным маркером. На интерактивной карте региона каждый сможет отметить места, где видел несанкционированную свалку. Браконьер в сетях закона. Наказали за то, что поймал плотву косынкой. Пробежка с карьера обошлась дороже, чем морская красная рыба. По сообщениям городских властей, в Рязани увеличится число платных парковок, деньги от работы которых пойдут на благоустройство. Первая такая зона на улице Праволыбецкой и Радищева существует полгода. За это время там стало проще припарковаться, увеличилась средняя скорость потока, сократилось число нарушений ПДД. Но также известны случаи, когда автоматическая система оплаты давала сбои. Жанна Алпатова расскажет о том, к чему были не готовы и собираются ли это учесть, открывая новые парковки. 101 место на платной парковке. Здесь Валентина Ларина поставила автомобиль. Достала телефон и сразу отправила СМС. Это один из возможных способов оплаты. Код подтверждения не пришел. Я попыталась оплатить трижды, еще раз повторить, отправить СМС-сообщение, на что мне было опять отправлено сообщение, что ваш запрос обрабатывается, дождитесь ответа кода подтверждения. Код подтверждения пришел только через 22 минуты. Белым по синему написано: успеть оплатить надо за 15 минут. Это бесплатное время. Все минуты свыше – платные. 7 минут просрочки обошлись Валентине в 1000 рублей. Девушка со штрафом не согласна. Я пыталась связаться с отделом администрации по платным парковкам. С номера на номер перекидывали, но никто мне так и не объяснил. Я попыталась оплатить штраф, чтобы не было никаких проблем. При обращении в Сбербанк, вначале попробовала через Сбербанк онлайн, он пишет некорректный номер постановления. В кассе то же самое. То есть они говорят, у вас неправильный номер постановления. В итоге Валентине, пусть и с трудом, но все-таки удалось оплатить штраф. В администрации города считают, что сложившаяся ситуация – это частный случай. Каждый день платной парковкой пользуются более 5000 водителей. И нареканий пока не было. Задержка в СМС могла произойти лишь по одной простой причине. Но опять же, это как утверждает оператор мобильной связи, в связи с тем, что недостаточно было памяти на телефоне для того, чтобы получить ответную СМС для подтверждения кода. В областном центре два участка отданы под платную парковку. Это улица Праволыбецкая и часть улицы Радищева. Многие рязанцы довольны таким нововведением. Ну, адаптированно побольше бы этих штучек поставили, а так удобно. Машин много, подъехал, припарковался. В ближайшее время таким образом регулировать будут и другие направления, преимущественно в центре города. Цель благая – освободить проезжую часть и минимизировать ДТП. Но вопросы остаются. Например, где в итоге можно будет оставить автомобиль? И будут ли созданы перехватывающие парковки? А Валентина Ларина после своего случая сомневается, что такой вид парковок будет работать без сбоев. Тем более, что сегодня ей пришла очередная квитанция. Все за те же якобы неоплаченные 7 минут. Система вновь назначила штраф. Жанна Алпатова, Артем Королев, Евгений Леонов, «Вести Рязань». Качество мясной продукции, продаваемой в Рязанской области, оставляет желать лучшего. С реализации в минувшем году было снято почти полтонны. Выявили несоответствие установленным требованиям. Проверку провел региональный Роспотребнадзор. Всего в стране забраковали 50 тонн мясной продукции. В 2016 году из исследованных проб лишь только 1,6% проб мясной продукции не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Это свидетельствует о том, что либо это были нарушения условий хранения продукции в реализации, либо неправильное условие обработки технологического оборудования, торгового оборудования. Общими усилиями найти и заставить убрать все несанкционированные свалки в стране, предложил Общероссийский народный фронт. Сегодня в Рязани презентовали региональную карту, где красным отметили мусорные кучи, которых в этом месте быть не должно. Сейчас таких зон 15 и одна желтая. Это значит, что первые меры по реагированию по вывозу отходов уже приняты. Ликвидированные свалки будут помечать зеленым. Борьба должна стать делом общественным. Для этого всем жителям России предлагается фотографировать увиденные кучи мусора и выкладывать снимки на специально созданный сайт. Это процесс постоянный, и важно развивать популярность этого ресурса и популярность вообще этого движения, чтобы как можно меньше мусора и несанкционированных свалок было у нас там под ногами.
В Рязани приступили к главному этапу строительства нового здания больницы скорой медицинской помощи. Его возводят на улице Гоголя, на месте бывшего трамвайного депо. В настоящее время на участке завершены подготовительные работы, разобраны прежние строения и расчищена территория. Сейчас строители приступили к начальному этапу возведения главного корпуса и пищеблока. Комплекс зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи сможет принять в 2 раза больше больных, чем старая БСМП. Он будет рассчитан на 540 коек. Строительство должно завершиться к октябрю 2019 года. Речной патруль расставляет сети на браконьеров. Нарушители ищут на крупных реках и небольших карьерах. Если поймают, мало не покажется. Репортаж Максима Ларина. Специалисты на этом водоеме в поисках тех, кто подледным ловом занимается, нарушая закон. Способов ловли множество, но лишь несколько из них разрешены. Нельзя ловить колющими орудиями добычи, за исключением любительского и спортивного рыболовства. Также с использованием пистолетов, ружей для подводной охоты, крючковыми самоловными снастями. Способом багрения, глушения, гона. Разрешено ловить на 10 жерлиц, на удочку, балансир и 10 донок. Для Юрия рыбалка обернулась приличным штрафом. В простонародье это средство лова называется косынка, и оно вне закона. Большой улов сорвался, в итоге крошечная плотвичка обойдется в 2500 рублей. На удочку не поймаешь. Составим протокол административного правонарушения по статье 837 КУАП РФ, часть 2. Нарушение правил рыболовства. Инспектор рыбнадзора, между тем, показывает мертвую плотву. Рыба гибнет от повреждений, которые наносит запрещенное средство лова. На нее получается налеты такие белые, и она микробы убивает ее. Данную рыбу придется уничтожать. А этот рыбак тоже по имени Юрий закон знает. К нему у речного патруля претензий нет. Всегда ловлю по правилам. 10 донок на человек, как положено. Рыбнадзор лишь напоминает о размерах рыбы, которую можно вылавливать в это время года. Судак – это 40 сантиметров, щука – 32 сантиметра, лещ – 25 сантиметров. Ну вот они отражены в правилах рыболовства. 50 уголовных дел завели полицейские линейного пункта в минувшем году. Статистика начала пополняться и в этом году. За полтора месяца 6 уголовных дел и 7 протоколов. Рыбаки продолжают нарушать закон, не задумываясь об уроне водным ресурсом. Максим Ларин, Сергей Громосеев, Вести, Рязань. Еще одно любимое рыбаками место – Рюминский пруд – очистят. Об этом сегодня сообщили в региональном министерстве природопользования. Экологическая реабилитация водоема началась в прошлом году. Теперь стала известна сумма областных и федеральных инвестиций – 43 миллиона рублей. На очистку дна от мусора и ила, укрепление берега и восстановление растительного покрова. Работы планируют завершить до конца этого года. Семьям протянут руку помощи. Специальная комиссия сейчас обходит дома, где, по их данным, не все благополучно. В составе делегации инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты городской администрации и работники социального центра. О чем хотят поговорить с родителями, знает Анжелика Королева. Сатанинские символы прямо над кроваткой, где спит малыш. Его старший брат давно изъят из семьи. Наталья на особом контроле у полиции и комиссии по делам несовершеннолетних. Мать говорит, пытается исправиться и раздуть угасающий семейный очаг. Я замужем сейчас. Это, конечно, неофициально. У меня второй ребенок есть. Но второй шанс стать заботливой матерью Наталья использует лишь отчасти, считает комиссия. Соседи сетовали, малыша не выводят на прогулку, якобы нет теплых вещей. Сейчас необходимая одежда появилась. А вот женщина и ее сожитель по-прежнему не спешат искать работу. И таких семей множество. Сегодня 4 семьи, которые мы посетили, это семьи новые, которых мы ранее не знали. Информация о таких семьях к нам поступает в виде письменных и устных обращений от граждан различных организаций, таких как учреждения здравоохранения, полиции, социальных служб, школ, детских садов и так далее. В этом случае медики сообщили об истощении младенца. Появилось подозрение, что ребенка не кормят. В итоге малыша забрали в больницу. Его мать Ольга рассказывает, приехала в Рязань из села в поисках лучшей жизни. Сегодня эта жизнь выглядит так. Ободранные стены, грязные полы, полиция на пороге. Там я не вижу жизни для своей дочери.
Изымать детей из семьи стараются лишь в самых крайних случаях, когда того требуют интересы самого ребенка. Как правило, портрет неблагополучных семей в регионах выглядит одинаково. Пьющая или наркозависимая мать и такой же, к тому же, неработающий сожитель. В большинстве случаев единственной ниточкой, связующей их с нормальной жизнью, становятся сотрудники комиссий. Они помогают взрослым хотя бы иногда приходить в себя и вспоминать, что они несут ответственность за своих детей. Они привыкают к нам. И вот если на самом деле какая-то вот задержка, день-два, они обязательно отзваниваются. Вот даже пусть они выпивают, они все равно звонят и спрашивают, вы больше не придете к нам? Мы им нужны. Некоторым семьям все же удается исправиться. Таких комиссия демонстрирует как пример. Но таких немного. Выход здесь один. Самим родителям осознать, что нужны перемены. В противном случае лучше дать детям шанс, который они не могут получить в семье. Анжелика Королева, Артем Королев, Вести Рязань. В регенты идут девушки. Управлять хором учат в Рязанском епархиальном женском духовном училище. Там уже много лет хранят традиции русского церковного пения, которое признано одним из древнейших памятников русской культуры. От чего зависит красота богослужения, выяснил Максим Ларин. Эта профессия не у всех на слуху, в светском мире о ней знают немногие. А ведь регенты крайне важны. Церковный хор без них все равно, что церковь без пастыря. Здесь главная задача не просто руководить песнопением, куда важнее воспитать в себе служение. Регенты – это, наверное, не столько профессия, сколько призвание. Поэтому если человек не слышит внутри себя, внутри своего сердца настойчивого призыва служить в храме, служить для Бога, работать для Бога, то вряд ли он станет хорошим регентом. Может быть, хорошим музыкантом, да, но регент – это, наверное, вот именно служение. Зачастую в семинарию поступают те, кто с музыкой до того был знаком лишь понаслышке. Осваивают нотную грамоту, учатся игре на музыкальном инструменте, изучают основы сольфеджио. Одна из основ профессии – дирижирование. Когда вступать сопрано, а когда альтам, сколько держать на одном дыхании ноту и какой акцент поставить в той или иной части произведения. Это один из самых сложных предметов на пути музыки. Дирижерский аппарат, он очень зависим, и он работает в параллели с постановкой и с работой по фортепиано. Вот вы видели, сейчас мы занимались, да, с ними по фортепиано, потому что это все работает вместе, и если человек не сможет владеть инструментом, он и не сможет потом впоследствии владеть просто своими руками. Прежде чем руководить церковным хором, следует самому досконально изучить, что такое коллективное пение. Педагоги говорят, в отличие от сольных выступлений, здесь важно убрать свою индивидуальность, чтобы произведение, исполняемое несколькими голосами, звучало как одно целое. Здесь важно умение убрать свое «я», вот это все на показ, и спеть так, как требует дирижер, руководитель, чтобы его это удовлетворяло и было все на отлично. В классическом понимании регент не миссионер, лишь помощник, связующее звено. Хор при этом усилитель, который помогает вознести молитву Богу. Красота богослужения рождается из индивидуального отношения певчих. И главная задача регента – с надеждой и верой в сердце входить в храм, поддерживая всех вокруг. Максим Ларин, Евгений Леонов, Вести, Рязань. Сейчас на канале «Россия» продолжение сериала «Осиное гнездо». В семье Мальцевых продолжают жалить друг друга, а надо бы объединиться и понять, что враги извне. Максим ради картины Ван Гога водит за нос Леру и пытается избавиться от Елизаветы Андреевны. Будет ли раскрыто коварство? Сразу две серии мелодрамы «Осиное гнездо» смотрите сразу после выпуска новостей. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. До встречи. По данным Гидрометцентра России, ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба будет падать. Температура воздуха ночью по области минус 5-7, в Рязани 4-6 градусов мороза. Днем по области минус 2-4, в Рязани 1-3 градуса ниже нуля. Самые оперативные новости теперь и на «Маяке».